Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и да, как вы видите, я докатился до такого момента в своей жизни, что собираюсь поиграть в FIFA Manager. Это последняя часть, 14-я в этой прекрасной серии. Может, и не прекрасной, была бы она прекрасной, наверное, до сих пор выходила. В общем, это последняя часть, самая актуальная. Я знаю, что есть моды на обновление составов, то есть можно поиграть с современными составами. Но если первый ролик хорошо зайдет, то, может быть, я займусь этим, да? Но сегодня я, по сути, впервые в жизни играю в эту игру. Ни разу нет. Один раз играл, вот. Это было года 4 назад на стриме. И буквально часик поиграл в какой-то FIFA менеджер, точно не помню какой. Все, ничего не помню. Так что можно сказать, что впервые в жизни играю в FIFA менеджер. В общем, приятного просмотра. Сейчас разберемся, что же это такая за игрушка. Что я знаю об этой игре? В принципе, ничего, кроме того, что уже получается лет 7 она не выходит. Почему? Может быть, сегодня мы узнаем. Все, что я слышал про эту игру, то, что в ней вроде как можно продавать хот-доги. У меня довольно интересная история связана с хот-догами. Хотя, нет, на самом деле не особо интересная, но тем не менее расскажу. Когда я учился в Шараге, на втором или третьем курсе открылась хот-дожня прямо напротив, буквально через дорогу. И там были супер дешевые хот-доги. Я, конечно, представляю, какие там были сосиски, но, как говорится, горячее не может быть невкусным. И, в принципе, да, мы там хавали часто, но однажды чуваку достался хот-дог в кожуре. О, это было так мерзко. Да, я говорю, что история так себе. В общем, ну вот и все. Вот он, такой вот хэппи-энд. Так, стандартный режим. Выберите клуб, чтобы начать свою карьеру. Вы также можете в сборную. Режим карьеры. Три случайных клуба, основать новый клуб. Но, по-моему, в FM тоже можно делать свой клуб, но там это чутка позапаристе. Угу. Но я выберу стандартный режим, играет с увольнением. Экран помощи. Блин, нифига себе здесь настройки серьезные. Я-то думал, что это будет совсем казуальная игра в стиле Lords of Football. Помните такую прекрасную игру? Не знаю, я, наверное, везде прожму ОК. Типа... Блин. Ну, я бы, наверное, хотел... Ну, сегодня чисто ради одного видоса давайте в России попробуем начать сейв. Есть Россия? Вроде бы на заставочном экране был логотип нашего чемпа. Да, выбираем его. А все остальные я, пожалуй, отключу. Ну, не знаю, влияет ли это на прогрузку прям так сильно, как в FM. Потому что если в FM вы подключите все чемпы, все страны, все дивизионы, вы на своем компьютере сможете улететь в космос, скорее всего, от перегрузки. Так, ага, все. Остается только Россия. И сколько уровней российского? О, даже есть второй дивизион. Ну, я создам сейвик за ЦСКА, ну так, чисто, чтобы разобраться в игре по-быстренькому. Ля, какая заставка? Ля Берешоны. Так. Ну, тут почему-то нельзя пить. Игра вылетела, пацаны. Попытаемся в нее вернуться. Так, я сейчас не стал ничего выбирать. Пусть будет команда выбранная. Опять она вылетает. Я даже ничего не нажал. Алло, игра, ну ты чего? Ну, извини, если я чем-то тебя обидел, сравнил тебя с Lords of Football, но я просто хочу в тебя поиграть, ну, хоть немножечко, ну ты чего? Запускаем еще раз, может, что-то поменяется. Жму далее, не надо вылетать, я даже не буду вообще ничего менять, пусть все будет по стандарту. Бетис, мне не важно, за любую уже команду готов сыграть. Пожалуйста. Так, и давайте попытаемся быстрее ввести имя. Так, нажмем далее. Она опять вылетела. Окей, я сейчас поковыряюсь в настройках совместимости игры. Может быть, в этом дело. Если не поможет, то попытаемся поиграть в FIFA Manager 13. Если там такое будет, то ну, я не знаю тогда, что делать. Давайте я попытаюсь тут что-нибудь поменять. Например, пусть это будет три рандомных клуба. Да, пусть это будет какая-нибудь высшая
Так, ага, экраны помощи. Ну, давайте это поменяем. Ну, вдруг игры... Старые игры могут иногда работать, мягко говоря, не очень адекватно. Игра меня конкретно дроит. И аубут. Так, тихо, тихо, тихо. Быстренько вводим имя. Быстро вводим, это важно. Так. И есть, мы смогли. Окей, ладно. Внешность тоже, типа, мне это... Окей, так. Так, так, это уже что-то новенькое. Решив играть с лишней жизнью, вы сможете покупать семью, завести семью, покупать дома, роскошь. Ну, я хочу, это какой-то прям Sims тогда будет. Так, то есть, убрав галку, я буду играть с личной жизнью, потому что иногда игры либо плохо переводятся, либо еще что-нибудь. Так, играть с финансовым помощником. Финансовый помощник будет контролировать финансовые аспекты жизни клуба. Я играл в FM, я разберусь. Уж в этом я разберусь. Ну, кстати, о чем я говорил. Продажа хот-догов, пацаны. Продажа хот-догов. Видимо, это реально основополагающая вещь. Я вот долго смотрел на вот это и не мог понять, что это. Это, оказывается, соска. Серебряная соска. Для кого? Для Блейда. Блейда, поняли? Прикол. Ну, ладно. В гольф можно будет, наверное, поиграть. Какие-то линии рисовать. Окей, окей. Нам главное так. Ну, окей. Так, я пока не могу добавить детей. Так, тут какое-то семейное древо, прям как в старых играх. Помните, такая была игра Total War? Ну, может, они помнят. Так, создать семью. Опа. Мой друг Шон. Ну что, красивое имя. Мы даже чем-то с ним похожи. Улыбкой. Тут даже сыновья. А вот в FM футбол менеджер сыновей можно, по-моему, только за донат добавлять в игру. Закидываешь денежки, и появляется твой сын. Вот тут, вот, пожалуйста, прямо вот сразу, как я понимаю, появляется сын. Так, далее. Наверное, далее. О, пацаны, это судьба, это судьба, это судьба. Я выбираю Сандерленд. Так, давайте, 5-летний контракт. Не будем, как говорится, по мелочам размениваться, 5-летний контракт. Я понимаю, на тот момент Сандерленд был командой АПЛ, поэтому вот мы здесь. Так, вновь далее. Пока что игра состоит из всего лишь нажатия кнопки далее. Ну, это моя мечта на самом деле. Так, тут мы типа ставим целик, я понимаю, на сезон. Станем чемпионами, конечно. Нет. Что там было в середине таблицы? Я не помню, что там было, но давайте не будем. Хотя нет. Ну, вот так вот, по-моему, будет. Безопасность работы низкая. Окей, а если вот так? Это не... А если вот так? Очень... Или не А? Я что-то ничего не понимаю, пацаны. Но пусть будет так. Руководство, бла-бла-бла. Угу, окей. Так, игра не вылетела. Это очень радует. Так, ну мы уже начинаем играть или что? Я не понимаю, что... Да-да... Наверное, я не знаю. Быстрое сохранение какое-то. Игра не вылетает. Фух, она вроде бы не вылетела. Так, что у нас здесь? Новый вызов для Трвет Вервер. Ну, какое имя успел ввести до вылета, такой я и... Я Трвет Вервер, зовите меня теперь. Я жду комментариев в стиле: Антон, когда уже Трвет Вервер? Ну, представим, что мы, допустим, ну, албанец, например, я не знаю. Частный инвестор дает 5 миллионов. Неплохо. Кристиан Малинаро за него предлагают миллионы какие-то. Об этом разберемся чуть позже. Дайте составчик, что ли, посмотрим. Я не знаю, чё, как, куда вообще нажимать, чтобы было весело. А, вот, внизу менюшки. Прям как этот MacBook, прям, смотрите. Я почувствовал себя богатым. Так, что тут у нас? Тут цифра 1 висит. Что это значит, я не понимаю. Вот, 1. И чё? Нужно ответить на почту. На какую? На эту, что ли? Я пока никого не хочу продавать. Нет, смотрите-ка. Презентационный подготовка для вас. Да, наверное. Так, окей. Календарь. Основной состав. Вы не укомплектовали состав. О, кстати, тут смотрите. Я, честно говоря, думал, что здесь будут фейковые игроки. Но, как мы видим, вполне себе настоящие. Маноне, Досена, Куэллер.
Они разве все... Катер Молл, Адам Джонсон. Он сейчас вообще где находится, интересно? Так, вопросик у меня. Джекирини, Флетчер, Уэс Браун. Нифига у нас состав. Нужно было ставить, что мы за чемпионство будем бороться, как минимум. Ваганыч, старина. Как тебе? Или это другой Ваганыч? Погодите, как его открыть? Информация об игроке. Нет, это какая-то... Так, юношеская команда. Макс Таньон. Блин, как все... Ой-ой-ой, как все тяжело. Наверное, примерно так себя чувствует человек, впервые зашедший в футбол-менеджер. То, что ничего вообще не понятно. Можно продавать шорты, шарфы, наклейки, как я понимаю, вымпелы. Ой-ой-ой, что это? Давайте продадим в Молдавию что-нибудь. Можно в Молдавию? Это же Молдавия? А почему это река или граница? Как будто бы Украина — это две страны. Это что такое? Я не понял. Я понимаю, что игра 2014 года, но все-таки... Давайте что-нибудь в Украину продадим. Или на... О, можно построить в Украине магазин можно построить. А может, и не надо? Типа 2 миллиона долларов, что-то много. Что за магазин за 2 миллиона долларов? Офигеть, это целый дворец тогда получается. Личная жизнь. Ага, это не понятно. О, это поинтереснее уже. Яхт-клуб, гольф, марафонские бега, альпинизм. Так, вот мой, ну, товарищ. Счастливо? То есть у нас женщина владеет командой? Или кто? А, это Шон счастливо? Ну что, Шон, ты счастлива? И мы счастливы, я не знаю. Так, у меня ни машин, ни денег, ничего нет. Можно дома покупать, кстати. Вот даже их... Ля, какие, блин, нифиг. Ой-ой-ой. В таком Симпсоны живут, кстати. Ну, знаете... А, это просто, наверное, квартира. Я подумал, типа, нифига себе, такой гигантский дом и стоит дешевле, чем вот это вот, например. А чё самое роскошное? Палас. О. Тут живет, наверное, Бэтмен, так я понимаю. Машина, ничего себе, машина. Это как-то вообще отражается на игре? Можно будет какой-нибудь NFS Underground устроить, я не знаю. Роскошь. Так. Кровать. Ну, чтоб с Шоном, с нашей Шоном, получается, было веселее. Можно будет кровать прикупить. Самая дорогая вещь — это карт. Карт за 400 кусков. А, это весь трек, наверное, не один отдельный кар. Хуски — это... А, собака за 1000 долларов. Прикольно, прикольно. И это все, конечно, здорово, но я не понимаю, типа, как это... Можно купить самолет, охренеть. Биржа. То есть я могу купить акции МЮ, например, или что? Так, пока что все очень, честно говоря... Непонятно для меня, да? Когда у нас ближайшие матчи вообще, чуваки? Харрогейт через 13 дней у нас. Следующий матч в следующем видео, пацаны. Так что ставьте лайки. Давайте все-таки я попытаюсь хотя бы так посмотреть на состав ЦСКА. Да, смотрите, Дзагоев. Я думаю, тоже будут выдуманные футболисты. Акинфеев, Дзагоев, все на месте. Стиль, скала. Согласен, абсолютно. На Бабкин простой пас. Скорее, хороший подкат, если вы понимаете. Но это для совсем алдов. Бородавочник? А, бровочник. Бровочник Гонсалес. Муса должен быть прессингер. Ой, блин, пацаны, как сложно. Как сложно во всем этом разобраться. Блин, какой молодой Марио Фернандес. 21 год, все впереди у него. А где наши стили там? Типа красавчик, там бист. Где это все? Роль. Блин, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут есть бюджет на рекламу в СМИ. Запускаем шерстяную шапку. Шапку. Ну, с другой стороны, как бы сейчас в игре лето, нахрена эта шапка кому-то нужна? Я бы с удовольствием тренировки отдал бы, как в FM, ассистенту, потому что, ну, это все...
непонятный, индивидуальный тренер. Блин, что-то от этой игры у меня болит голова, честное слово. Не хочу сказать, что она плохая, хочу сказать, что пока что тяжело. Да, тяжело, пацаны. Как скиллы посмотреть их конкретные? Вот. Ну, допустим, я вижу, что у него, ну, общий скилл типа 71, да? Кто у нас самый скилловый в команде? Адам Джонсон. Да, твои скиллы тебе помогут стать звездой. Так, и... ага. А, вот они. Ну что ж, довольно удобно. Ну, как я понимаю, тут все скиллы такие, как в FIFA. Кроме разве что, наверное, тактики. Все остальное плюс-минус есть в обычной FIFA. Все это указано, всякие возраста. Чего, я могу застраховать? А в реальном футболе существует страховка футболистов? Серьезно? Так я... Или только... так. Ну-ка, а давайте побеседуем с ним. Я хочу видеть больше самоотдачи. Ты должен стать сильнее. Не связывайся с маленькими девочками. Все. Просто. Слушай меня, братан. Слушай сюда. Все отлично, говорит он. Ну, чуваки, видос уже, наверное, и так длинный. Давайте так, если это видео наберет 3000 лайков, я все-таки выпью таблеточку цитрамона. Голова пройдет. И я, наверное... сыграю еще одну серию. Там уже, наверное, какие-то матчи будут. Посмотрим, что тут по матчам. Каков здесь движок. Ну, насколько я понимаю, игровой движок здесь от старых FIF. Там какая-нибудь FIFA 10, например. Типа того. В общем, нужно разбираться во всем этом, пацаны. Нужно. Что это за... не, понятно. Нужно разбираться. Так, а как сохраниться, погодите? Сохраниться можно хотя бы? Да, отлично, сохранить. Значит, сохранимся. И, в общем, до встречи в следующем видео. Сегодня такой был пробный видос по FIFA Manager. И, в принципе, я думал, что будет хуже. Я думал, что будет совсем простецкая игра в стиле «нажимай одну кнопку, чтобы побеждать». Но, как мы видим, все не так просто.